Как часто вы говорите или слышите, чтобы вам или кому-то еще хотелось, а чего бы не хотелось? Что хочется купить, съесть, посмотреть, а что не хочется? Какие варианты всплывают, если формулировать эти мысли на английском языке, кроме I want? 4 варианта обсуждаем сегодня. С вами Вероника и Puzzle English. В этом видео нам важно не просто рассказать вам о синонимах I want, но и сделать так, чтобы после этого урока вы точно знали, как употреблять эти синонимы в речи. Поэтому мы будем проговаривать их в утвердительных, отрицательных предложениях и в нескольких временах для сравнения. Поехали! Начнем с моего любимого варианта – feel like. Если после идет существительное, то это звучит так – feel like something. Если после идет глагол, то feel like doing something. Сразу вопрос, потому что встречались забавные ситуации. Что может означать следующее предложение? I feel like pizza or I feel like coffee. Это совершенно точно не значит, что человек чувствует себя пиццей или чувствует себя кофе. Это говорит о том, что человек хочет, что он в настроении сейчас делать. То есть мы можем это перевести так. Хочется пиццы, или я в настроении поесть пиццу, или я бы не отказался от пиццы. Теперь другие примеры, чтобы закрепить. Давайте сначала вы будете пробовать сами, а потом я буду давать вам верный вариант. Как вы скажете, хочется кофе? Да, I feel like coffee. А если так? Ей хочется посмотреть фильм. Это посложнее, потому что это важно, что у глагола окончание будет ing. Да, вы правы, получается she feels like watching a movie. И еще несколько примеров. Как вы скажете, мне хотелось прогуляться по магазинам? Да-да, в прошедшем времени. I felt like going shopping. И последний. Давайте возьмем отрицательную форму. Что-то мне не хочется, неохота туда идти. Как вы это скажете на английском? I don't feel like going there. Следующий синоним I want – это to be in the mood for something. Дословно, это быть в настроении что-то делать. Например, oh, I'm in the mood for coffee and a cookie now. Мне сейчас хочется кофе и печеньку. Теперь попробуйте сами, как вы скажете «ей хочется в отпуск». Правильно, she's in the mood for a vacation. А если возьмем отрицательную форму, то как вы скажете «я что-то не в настроении что-то делать» или «мне что-то ничего не хочется». Да, на английском это будет I'm not in the mood for anything today. Давайте закрепим на будущем времени. Как сказать «я думаю, что ей не захочется этого». Да, согласна с вами, на английском это будет I think she won't be in the mood for it. Третий синоним, он на первый взгляд очень простой, но тем не менее, почему-то все часто про него забывают. I'd like something, если после идет существительное, и I'd like to do something, если после идет глагол. Мы его используем, когда хотим сказать, что бы нам хотелось. Например, можно так. Yeah, I'd like that. Да, я бы этого хотел. Можно и в более мечтательной манере. I'd like to visit this place. Я бы хотел посетить это место. В кафешках и ресторанах можно встретить этот оборот в полной вопросительной форме. Например, would you like anything to drink? Вы бы хотели что-нибудь выпить? Would you like anything for dessert? Вы бы хотели что-то на десерт? Отвечаем в сокращенной форме. I'd like. I would like звучит слишком официально. I'd like a cup of coffee. Я бы хотел чашечку кофе. Однако отрицательное предложение будет все-таки в полной форме, потому что не так часто используется в разговорной речи. I wouldn't like that. Я бы этого не хотел. И последний синоним на сегодня. Немного сложнее, потому что может быть и глаголом, и существительным. Немного мощнее по смыслу, используется для выражения сильного желания, когда очень чего-то хочется. Crave something, как глагол. Have a craving for something, как существительное. Давайте посмотрим на примерах, чтобы вам стало понятнее. Like any blogger, he craves attention. Как любой блогер, он жаждет внимания. I was craving coffee, so I found the nearest coffee shop to get one. Мне ужасно хотелось кофе, я нашел ближайшую кофейню, чтобы его купить. А теперь примеры, если craving выступает в роли существительного. What's wrong with me? I always have a craving for coffee. Что за мной не так? Я постоянно хочу кофе. I suddenly felt a craving for pizza. Я неожиданно почувствовал острое желание съесть пиццу. Ну что, как вам сегодняшний урок? Вам, наверное, не терпится самим потренироваться? Пишите ваши варианты с этими выражениями в комментариях и тренируйтесь, пытаясь понять примеры других. Спасибо, что сегодня были с нами. Это Вероника и Puzzle English. See you soon! It's a body animal.